Всем привет! Продолжаем путешествие. Церковь святого великомученика Мины. Находится она в Старой Руси. Ныне недействующий средневековый православный храм. Церковь во имя святого мученика Мины расположена в южной части Старой Русы, вдали от центра. Относится к типу четырехстолпных, одноглавых, одноапсидных храмов с подцерковием. Точная дата строительства храма неизвестна, так как памятник не имеет летописной датировки. Самое первое упоминание 1497-1498 год. В 1944 году ленинградский архитектор Брофт вписал церковь Мины древнейший памятник архитектуры Русы. Очень напоминает новгородскую Нередицу и другие подобные храмы XII века. Краевед Везенин указывает даты 14 век, а в более поздних изданиях не позднее 15 века. В результате раскопок стало известно, что каменному храму предшествовали два деревянных, которые были уничтожены пожарами. В годы шведской оккупации церковь Мины была разграблена. Во второй половине 1650-х годов храм был возобновлен на средства Иверского монастыря, а в 1751 году полностью отремонтирован. Храм имел большой приход. Кроме городских домов, к нему были приписаны 15 деревень, расположенных по берегам реки Поруссии. Уменьшился приход лишь в 1832 году, когда деревни были отписаны к Духовской церкви и Косинской, а оставлено всего было 5 деревень. И постепенно роль храма сокращалась, в нем осуществлялись только праздничные службы. После революции 17 года храм 20 лет оставался действующим. Но после ареста 12 февраля 1938 года его настоятеля протоиерея Николая Бакланова, который был расстрелян в 1938 году, храм был закрыт и перешел в ведение горосполкома. В годы Великой Отечественной войны храм сильно пострадал. Реставрационные работы были проведены в 1948-1949 годах. Надо сказать, что одним из колоколов, перенесенных на колокольню, был колокол из немецкого города Любека к Духовской церкви. Ну, вот так вкратце, конечно, информации не очень много о церкви святого великомученика Мины, которая находится в городе Старая Русса. Все, всем пока, всем привет, до свидания.